Se eu te puta pra trás, rupam tasaka chamuri purim maturim kohustu ahati rarhakunda magivaram ahoradikamba. Worshipful spiritual guru. Nitilila Pravishta Om Vishnupada Ashtotarasata Sri Rupa Nugachari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои шаштанги дандавать Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз, у лотосных стоп моего другого духовного учителя, который является объектом моего поклонения, Асмадия Парамаради, Тунгуру Пады Падмы, Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Штотарашат, Шишимат, Рупа Нугачари Вари, Шила Бхактивиданта, Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Paramagurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у лотосных стоп моего Парамагурудева, Шила Прабхупады и всей нашей Рупа Нуга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to the Samu Vaishnavas and Vaishnavas. I am going to give you a pranam to all the Samu Vaishnavas. Shiva Gurudeva ki jai. Yesterday, it was the Amavasya, the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gadara Pandit. Вчера мы праздновали день Амаваси, день божественного ухода Шрила Бхактивинода Такура и Шри Гададар Пандита. So we discussed about the life of Gadara Pandit and his significance yesterday.
Мы рассказывали о жизни Гададхара Пандиты и о его вкладе, о его значении, значимости. And we touched on his relationship with Srila Bhaktivinoda Thakura. И также вчера мы прикоснулись к его отношению, к тому отношению, которое он имеет к Бхактивинода Такуру. So today we want to offer our Shraddha Pushpanjali at the seventh Goswami's lotus feet to Srila Bhaktivinoda Thakura. И сегодня мы хотим принести, предложить свои Shraddha Pushpanjali, выразить свое почтение лотосным стопам седьмого Госвами Шрилы Бхактивинода Такуру. Япхада сансая сута муная прасамаяна саджопунанту паспрастя сваду напуну сейвая. In Srimad Bhagavatam, Shaunaka Rishi is glorifying Sutta Goswami Pada. В Шримад Бхагаватам Шаунака Риши прославляет Сутта Госвами Пада. That those persons who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Lord, те личности, которые приняли прибежище у лотосных стоп Верховного Господа, they can immediately purify us. Немедленно они могут получить очищение. Though the Ganges is glorious and is the Charanamrita of the Supreme Lord. Точнее, очистить нас, несмотря на то, что Ганга, она является трансцендентной чистой рекой. It will take time to be purified by taking bath repeatedly in the Ganga. Но тем не менее, даже если человек в течение продолжительного количества времени принимает омовение в Ганге, это займет какое-то время на его очищение. But Саддио пунатту пасрастя, just by a slight touch of association with the pure Vaishnava, the Lord, one becomes immediately purified. Но даже на краткое время, соприкоснувшись в общении с чистым Вайшнавом, человек немедленно получает очищение. Дайо Бхагават Тану. Чистый Вайшнава Бхагават Тану. The bodies of God Himself, but moving amongst us in this world. Они являются телом, воплощением тела самого Господа, но они ходят как простые и смертные в этом мире. Someone may argue that, oh, such saints are not present in the world today. Кто-то может поспорить, что, ну, это спорный вопрос, присутствуют ли святые личности на этой земле сегодня. But in Srimad Bhagavatam it is said, Janasya Krishna Vimukasya Daivat Adharma Shilasya Sudukitasya Anugrayena Charantinunam Bhutani Bhavyani Janadanasya. В Шримад Бхагаватам говорится, Vidura is speaking to Maitreya Rishi. Vidura обращается к Maitreya Rishi. Oh, the great souls who are fully realized in their relationship with Sri Krishna. Те великие души, которые осознали свои отношения с Шри Кришной. Anugrahena, out of mercy. Anugrahena, из милости. Charanti nunam means they are wandering around the world. Charanti nunam означает, что они ходят по поверхности земли. It's in the present tense. И здесь речь идет о настоящем времени. And it indicates that Sri Krishna's associates, Janasya Krishna, they are always present in this world. И это служит доказательством тому, что святые преданные Шри Кришны всегда присутствуют на поверхности земли. Srila Bhaktivinoda Thakur said, just as the universe cannot go on without the sun and the moon. Шрила Бхактивинода Такур привел такой пример, подобно тому, как вселенная не может существовать без солнца и луны. So in the same way, the universe cannot go on without the presence of pure Vaishnavas. Подобным же образом вселенная не смогла бы продолжить свое существование без присутствия на ней чистых Вайшнавов. Because Supreme Lord only manifests this world to give the pure Vaishnavas a chance to complete their sadhana and come to his lotus feet, because he's feeling separation from them. Потому что вся суть существования этой вселенной заключается в том, чтобы чистые преданные Господа, которые еще не достигли совершенства, совершения своей садханы, чтобы посредством венчания этой садханы успехом они смогли обрести его лотосные стопы и вернуться к нему. And incidentally, all the living beings, the universe is a chance for all the living beings
to attain God consciousness. И также благодаря присутствию таких личностей на земле, все эти личности, которые не являются святыми, преданными Господом, Господа, они также получают возможность очищения и освобождения благодаря общению с такими личностями. So there would be no purpose, there would be no need at all for the creation without pure Vaishnavas. Если бы чистые Вайшнавы не присутствовали на земле, то тогда этой вселенной не имело бы смысла существовать. So Srila Bhaktivinoda Thakur appeared on Sunday, September the 2nd, in 1838. Шрила Бхактивинода Такур пришел в этот мир 2 сентября, это было воскресенье, в 1837 году. It was 352 years after the birth of Chaitanya Mahaprabhu. Это было спустя 352 года после явления в этот мир Шри Чайтаньи Махапрабху. He accepted as his parents Ananda Chandra Datta. Его родителями стали Ананда Чандра Датта and Jagan Mohini Devi. И Jagan Mohini Devi. And he was born in a village of Ula Birnagar, which is in Gaudadesh, not so far away from Navadvip. И родился он в местечке, которое называлось Ула Бирнагар, которое находится в Гаудадеше, неподалеку от Навадвипа. So his parents gave him the name Kedarnath. So in his childhood his name was Kedarnath Datta. Его родители дали ему имя Кедранатх, поэтому в юности его звали Кедранат Датта. So from childhood he began to manifest extraordinary qualities. С детства он уже начал являть свои неординарные качества. Because it said that the future events cast their shadow into the present. Потому что говорится, что будущие события отбрасывают свою тень еще в будущем, в настоящем, то есть. So the shadow of his future achievements was manifest when he wrote his first poem at the age of 2. Когда ему было всего 2 года, он написал свою первую поэму, и это были первые такие проблески этой тени, которая указывала на то, что в будущем эта личность совершит великие деяния. At the age of 2, he composed his first poem, and by the age of 6, he had learned all the details of the epics, the itihasa, the histories, the Mahabharata and the Ramayana. В возрасте 2 лет он написал свою первую поэму, в возрасте 6 лет он уже постиг все различные итихас, различные ведические писания, такие как Рамайна и Махабхарат, эпические произведения. At the age of 6, then he was enrolled in a Sanskrit school under a teacher named Vidyavachaspati. 6 лет он пошел в санскритскую школу, и его учителем был Vidyavachaspati. And then when he was 9, he began to study the astrological texts. И когда ему было 9, он начал изучать астрологические тексты. And then when he was 10, this is when he began his search for spiritual truth. А уже в 10 он начал свои поиски абсолютной истины. He used to go to many different religious functions that were happening in his village. Он ходил по разным религиозным конфессиям, которые были в его деревне. And he was very curious, what is going on here? Ему было очень любопытно, что происходит здесь и там. So there was a Navaratri festival for the worship of Durga. И случился фестиваль Наваратри, то есть день, когда поклоняются Дурге. And he went there with his family, and it was being presided over by one brahmachari who was very much into the Tantra Shastras and the worship of Durga. И Шрила Бхактивинода Такур отправился на празднование вместе со своей семьей, а организатором этого фестиваля был один брахман, который был сведущ в Тантра Шастре. So he heard, if you offer some milk and water to a skull at night, it will smile. И он услышал такую какую-то причудливую историю, байку о том, что если ты предложишь цветок и воду черепу в ночи, то он тебе улыбнется в ответ. So this brahmachari who used to do the Durga Puja, he had a human skull. У этого брахмачари, который все это Durga Puja организовал, у него был как раз череп. So when no one was looking, the little 10-year-old Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Datta,
He went and he offered some water, and he was looking, and nothing happened. И когда никто не смотрел за этим черепом, никто за ним не приглядывал, так маленький Кедранадата, он быстренько уволок этот череп, предложил ему воду и цветок, и увидел, что тот не улыбается ему в ответ, ничего не происходит. So he thought, oh, these people are speaking, only superstition. И он подумал, ну это какие-то просто байки, действительно, люди здесь рассказывают, ничего правдоподобного тут нет. So, there was one carpenter that he knew named Golok Pao, and he used to paint the backgrounds for the decorations at the festivals, and he used to make deities of Durga. И жила Кедранадата, он знал одного плотника, которого звали Голока Пал, и он для различных фестивалей в честь чествования Дурги, он расписывал там фоном все различные сцены и прочее, и он также часто делал соломенные божества Дурги. So you must have seen in Bengal the artisans, they take the straw and they make the shape of the body, then they cover with clay and then they paint it. Вы видели, наверное, как это делается, что берется, берется солома, обмазывается глиной, так вот делается это божество, расписывается потом красиво. So the young Kedranadatta came to Golok Pal while he was making this. И пока Голока Пал был занят производством своей мурти очередной, Кедранадатта к нему подошел. And he said, when will the spirit of the god enter into it? И он задал ему вопрос, когда же дух Божий войдет в эту статую, в это ваяние? So then that carpenter Golok Pal, he said, when I paint the eyes. И тогда Голока Пал, этот плотник, он ему ответил, что дух Божий войдет в эту фигуру тогда, когда я нарисую ей глаза. So then afterwards, when it was constructed and all the clay was put on, it was dry, it was ready to paint. Then Kedranadatta came back to see him paint the eyes. И когда солома уже была покрыта глиной, и когда глина обсохла, и наступило время к тому, чтобы расписывать божество и рисовать глаза, то к этому времени как раз Кедранадатта вернулся. So he was watching very carefully. И он внимательно наблюдал за этой процедурой. And when Golok Pal painted the eyes, then he saw nothing happen. И когда Голок Пал нарисовал божеству глаза, то мальчик увидел, что ничего не произошло. So then he said, you are Golok Pal. И тогда Кедранадатта сказал, вы Голока Пал. You have taken some straw. Вы взяли солому. And you have covered it with clay. Покрыли ее глиной. And now you have painted it. И теперь вы разрисовали ее. But there's no god there, is there? Но Бога там до сих пор нет. Разве не так? So then Golok Pal said, yes, you are right, there's no god there. Голока Палу пришлось сознаться, да, Бога там нет. The god enters when the brahmanas do the pran pratishtha ceremony. Но Бог зато наверняка точно совершенно входит тогда, когда брахманы совершают церемонию пран пратишты. So then, Kedranadatta showed up for the ceremony where the vigraha will be consecrated by the brahmanas. Тогда Кедранадатта дошел и до этой церемонии, когда брахманы должны были инсталлировать божество. So then he was looking. Он смотрел внимательно. And then he went back to Golok Pal. И вернулся после Голока Палу. He said, I cannot see any god here. И сказал, никакого бога я там не вижу. So then Golok Pal said, yes, yes, it's true. Голока Пал сознался, да, это правда. I think that this is just a trick that the Brahmins do. Я думаю, что это просто такая уловка, которой прибегают брахманы. To collect money from people. Чтобы денег побольше с людей собрать. They're all gullible. Все они наивные люди. So then Kedranadatta was very happy. He was laughing. Кедранадатта порадовался такому. Смеялся. So then that Golok Pal said, "You can say what you want, but I don't believe in any of these devis and devatas." Голока Пал сказал, ну вот хоть что вы мне говорите, но я не верю во всех этих деви и деватов. I believe there is only one supreme lord. Я верю только в одного верховного Господа. And he is the controller of everything. Который является контролирующим всего. And all of these different superstitions, they're all imaginary. И все вот эти такие сказки, это все воображаемое. And so I worship the one supreme god. Предубеждение. Я поклоняюсь одному верховному Господу. So hearing these words, the young Kedranath, he became very satisfied, and he had faith. Yes, there's one supreme God. И эти слова они полностью удовлетворили маленького Кедранадатту, и он поверил в это. Да, действительно, существует только один верховный Господь. So,
One day there was Islamic like a security guard. His name was Ghulam Khan. Жил был один мусульманский охранник. Его звали Ghulam Khan. And the young Kedarnath used to like to speak to him. И маленький Кедарнат любил с ним поговаривать. So he said, "Tell me about God." Он сказал ему: "Расскажите мне о Боге." So then Ghulam Khan said, "God's name is Khuda." Ghulam Khan сказал: "Бога зовут Khuda." And in the beginning he was alone. И в самом начале он был один. And he scratched some dirt from his body and made a pancake. Он снял со своего тела там грязь и сделал пирожок. And then he threw it in the ocean. Потом бросил его в океан. And the top became the sky and the bottom became the earth. Вершина стала небесами, а низ этого пирога стал землей. And then he created Adam and Eve, the first two human beings. После этого он сотворил первых человеческих живых существ, Адама и Еву. And we are all coming from them. И все мы их потомки. So then Kedarnath, he said, then who is Ram? Тогда Кедарнат спросил, а кто такой Рама тогда? Because he has read the Ramayana. Потому что он уже к этому времени Рамаяну прочел. So one of the Islamic names for God is Rahim. А Рахим это одно из имен, также одно из имен исламского бога. So Ghulam Khan, he said, Ram and Rahim, they are the same. И Ghulam Khan сказал, что Рама и Рахим это одно и то же. There is only one God. Есть только один Бог. And you should know that ghosts, they are the descendants of Satan. Тебе следует знать, что призраки, духи, это потомки сатаны. And they are afraid of the holy name of Rahim. И они боятся святых имен Рахима. Mm-hmm. So then he taught the boy some how to chant and to drive away Buddha's ghosts. И тогда он обучил мальчика правильным словам, которые помогают отгонять всех Буддов, всех призраков. So in this way, from his childhood, he was always inquiring. Так с самого детства Кедарнат он был очень любознательным, пытался познать истину. He was very polite and respectful. Он был очень вежливым, очень выказывал уважение всем. And when he would question the adults and they would say something that was not reasonable, then he would defeat their argument, but in a very soft voice and with a smiling face, in such a way that when they realized they were wrong, instead of becoming angry, they became joyful. И когда он задавал свои вопросы старшим, но они давали какие-то неуместные, такие бессмысленные ответы, то он тогда начинал увещевать их, но настолько мягким образом, чтобы они поняли с улыбкой, с таким мягким выражением глаз. И так своими доводами он наводил их на мысль о том, что они неправы, и когда они осознавали, что они являются неправыми, то вместо того, чтобы рассердиться, когда их уличили, поймали, они наоборот очень располагались к нему. So young Kedarnath, he had three uncles named Parashuram, Raghu and Nashu. У маленького Кедарната было трое дядей: Парашурам, Рагу и Нашу. And they believed in God, but then Parashuram, after some time, he started to associate with Ram Mohan Rai and calling him his guru, and he became an atheist. И они вроде бы все были верующие, но через какое-то время Парашурам он стал общаться с Рам Мохан Раем, и тот его увел на путь атеизма. Mm-hmm. So then it was very uncomfortable in his household. Because there was like a split in the family. Some believed in God, and then his the eldest uncle, he didn't believe in God. He said everything is just the product of natural forces. There's no God. И в доме установилась такая не очень благоприятная, не очень комфортная атмосфера, потому что вся семья поделилась надвое, и старший дядя, этот Парашурам, он продолжал настаивать, что Бога нет, что все в мире является следствием естественных сил. So when this debate came up in his household, then young Kedarnath went to visit one Brahmin, Bhattacharya. И когда дома такие ссоры начали уже быть продолжительное время, то тогда Кедарнат он пошел навестил одного Брахмана. And he was asking him for the various explanations and arguments against materialistic conception. И стал задавать ему вопросы о том, как опровергнуть материалистический подход. And after discussing with the Bhattacharya,
He said, Kedarnath said in his autobiography, then I became even more confused. И сам Кедарнадата, уже будучи в Актюанатапурам, он написал автобиографию. В этой автобиографии он пишет, что после того, как я поговорил с этим Бхаттачарьей, я еще больше стал сбит с толку. Это вообще ввело меня в полное замешательство. But I never gave up chanting the name of Ram. А тем не менее, я никогда не переставал воспевать имена Рамы. From this pastime, he's showing the world that the common person cannot, by his philosophical inquiries, become free from confusion. И таким образом Шрила Кедарнадата он показывает миру, что посредством всяких логических измышлений ты не можешь постичь истину. It's extremely difficult to establish some precise, exact doctrine. In relationship to the God and the transcendental nature, because all these things are beyond the limitation of the human mind. Потому что очень трудно установить истину, пользуясь материальными инструментами ума, разума, потому что все это является материальным, а ничто материальное не может постичь духовную абсолютную истину. But rather, one should chant the holy name with strong faith. Но человеку всегда следует воспевать святые имена с сильной верой. Why? Because the mind is not the instrument to know God. The mind is the covering which keeps us in a state of vimukata, obliviousness and indifference to God. Суть заключается в том, что наш ум он не является инструментом к тому, чтобы мы сумели постичь Бога. Но в действительности этот ум материальный, он является наложением на нашу душу и вызывает нас лишь только вимукату, вызывает нас отвращение и непонимание Бога. The material mind and intelligence are the coverings of the soul by which we are estranged from our relationship with God. So they will not be the instruments for bringing us into our eternal relationship. Материальный ум, материальный разум — это все наложение на душу, это все материальные покрытия, наслоения на душу, которые никоим образом нас не могут привести к постижению верховной абсолютной истины. Они могут настолько отделить, и именно они являются тем той заслонкой, которая отделяет нас от Бога. So mantra. Man means mind, and tra means to deliver, to transport, to transcend. Even the English words all come tra tra tra. So that which takes one, transports one, which causes one to transcend and go beyond the limitation of the human mind and intelligence is called mantra. Mantra, man означает ум, tra означает освобождать. То есть все то, что заставляет нас превзойти лимиты этого материального мира, выйти за их пределы, привести нас к Господу, зовется мантрой. And if one will try to understand God only utilizing the human mind, then for certain he will come to the mistaken conclusions. Принимая прибежище в понимании верховной абсолютной истины к ума, когда человек принимает прибежище у ума, то однозначно, что Бога он не постигнет. When Srila Kedarnadatta was 11 years old, his father passed away. Когда Кедарнадата исполнилось 11, то его папа оставил этот мир. And then, when he was 12, his marriage was arranged to a very beautiful 5-year-old girl. И когда ему было 12, организовали его свадьбу, обручили его с 5-летней девочкой. So he said, "Oh, my marriage was just like children playing with dolls." И сам он рассказывает об этом замужестве. Он говорит, "Ну, моя свадьба, она была подобна просто игре в кукле." They came together. They did some ceremony, but then he went home and she went home, and then they didn't see each other. Нас свели вместе, провели какую-то церемонию, вроде как поигрались и разошлись по домам, и каждый жил своей жизнью. So. It was only like fixing that when they become older, then they'll live together. То есть это просто символизировало помолвку их, а в будущем они должны были уже жить семьей, как муж и жена. So after some time, when he became somewhat older, he was married, and his wife gave birth to a child, but then she very quickly passed away.
Когда они уже выросли, то они стали жить вместе с женой, и через какое-то время его жена зачала ребенка, но ребенок, родившись, вскоре умер. So then he could not work and also look after the child, so he married again to who became the mother of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, that is very great Vaishnavi Bhagavati Devi. Неправильно я перевела. У них родился ребенок, но жена вскоре заболела, и ее не стало. И тогда он понял, что один он не может следить за хозяйством, что кто-то должен приглядывать за ребенком. И тогда он женился на, взял себе в жены девушку, которая стала очень хорошей и преданной, и дала рождение всем его последующим детям. Ее звали Бхагавати Деви. In his youth, he went to live in Calcutta. В юные годы он отправился в Калькутту. And he was very close to the Thakur family. Тагур. И он жил там, и они стали близки с семьей Тагоров. So they were very educated and very famous. Rabindranath Tagore won the Nobel Peace Prize for Literature. Это такая очень известная династия. Рабиндранат Тагор, он получил Нобелевскую премию за свои литературные труды. And so he was associating with the very highest level of literati. The intelligentsia. И он общался в очень таких кругах продвинутой интеллигенции. And they were all experimenting with different kinds of literary expressions. И они любили очень экспериментировать с различными литературными украшениями, с различными приемами литературными. Кейданатх Датта wrote the Париади. Кейданатх написал Париади. And it was published in two volumes. Ее опубликовали эту книгу в двух томах. Meant to be many more volumes, but he only made the first two volumes. Там должно было быть больше последующих томов, но изначально сделали два только. And the Pariyadi was it was an epic in English, written in English in rhyming couplets. И Парихади был было эпическим произведением, и было написано в рифму куплетами. And it described the life of the Indian king Porus. И описывало это произведение жизнь индийского царя, которого звали Порус. And how he fought with Alexander the Great. То, как он сражался с Александром Великим. And his life history, that exchange between the Western world in the form of the Greeks and the Indian Vedic world. И так описывалась история двух миров западного, греческого и индийского. So from very early in his life, he was interested in the seeing on a grand scale the nature of civilizations and the interaction of Vedic culture with the rest of the world. С юных лет something very extraordinary. Ему очень нравилось наблюдать за тем, как развивались цивилизации, как они продолжали существовать, и как индийская культура, ведическая культура существовала в этом всем тоже. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said Srila Bhaktivinoda Thakur was the first acharya to address the global issues, other faiths, and science, and civilization, all of these questions. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал о Шриле Бхактисиддханте Тхакуре, что он был первым ачарьем, который обращался к этому миру с большими запросами. То есть он уже рассматривал другие религии различные, он рассматривал вопросы цивилизации, он рассматривал науку. So, все это ему было интересно изучать. But Rabindranath Tagore and his family, they got involved with a movement called the Brahmo Samaj. Но Рабиндранат Тагор и его близкие, они вступили в движение, которое называлось Brahmo Samaj. And they were impersonalists. И они были имперсоналистами. So we see that это движение. Srila Bhaktivinoda Thakur, later he began to write against the Brahmo Samaj. You can see one book he wrote called Prem Pradeep. And in that book, Prem Pradeep, he refutes all the ideas of that particular movement and their impersonalists. Но позже Шрила Бхактивинода Тхакур, мы видим, как он начал писать литературные труды, которые опровергали идеи вот этого движения Брахма Самадж. В частности, он написал книгу «Прем Прадип», и в ней он просто с корнем вырывает идеи об имперсонализме. After some time, he went and took a charge of his grandfather's land in Orissa. Через какое-то время Шрила Бхактивинода Тхакур отправился в Ориссу с тем, чтобы заняться той землей, которая перешла к нему по наследству от дедушки. That is called Choti Mangalpur. Это место называется Choti Mangalpur. And
There he became the headmaster of the local school. So perhaps some of you who was with me when we went with Fakir Mohanpur to Choti Mangalpur. We made a seminar in the school of that was founded by Srila Bhaktivinoda Thakur. Yeah. So who was there? Mm-hmm. Only a few people. Мы ездили в одну школу с Факир Моханом Прабу еще как раз, ну вот это и есть та школа, директором которой стал Шрила Бхактивинода Тхакур, пели киртан, там провели программу. And then from there he became the superintendent of the temple in Jagannath Puri. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакур он стал уже главным интендантом, надсмотрщиком там в храме Господа Джаганнатхи. And so he was working as a magistrate. Solving various legal cases and also taking care of the management of the Jagannath temple. Он выполнял и судейские обязанности в социальной жизни и выполнял также служение Господу Джаганнату. He was very popular because he was so fair and honest and generous with everyone he met. Люди очень его любили, он был очень популярен, потому что он очень был добросердечный, очень щедрый, очень открытый, честный очень был. So at that time, when he was in charge of the Jagannath temple, he was approached by a group of impersonalists. И когда его назначили заведующим храмом Господа Джаганнатхи, то к нему пришла как-то группа имперсоналистов. And they had a plan. They wanted to install a statue of a dog on top of the Jagannath temple. И на вершине храма Господа Джаганнатхи они хотели установить статую собаки. Because their idea is this. Суть заключалась в том, that the supreme truth is Brahman. Они говорили, верховный абсолют это Брахман. But to focus your mind before you realize Brahman, you worship Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Surya Dev. Five types of different gods, but it doesn't matter who you worship because actually the truth is only Brahman. И они говорили о том, что прежде чем ты сумеешь осознать абсолютную истину, что она является имперсональной, что это безличностный Брахман, тем не менее, проходя этот путь осознания, тебе придется фокусировать свое внимание на различных Брахме, Шиве, Ганеше, Сурье и так далее. Но на самом деле все это иллюзорно, потому что абсолютная истина имперсональна. If all forms are illusory, если все эти формы иллюзорны, then why not worship a dog? А почему тогда собаке не поклоняться начать? And so to establish this Siddhanta, и чтобы утвердить эту Сиддханту, they wanted to install a big statue of a dog on the Jagannath temple. Они хотели установить эту статую собаки на вершине храма Господа Джаганнатхи. So, but they needed permission to do this. Но тем не менее им надо было получить разрешение на это. So they approached Kedarnath Datta. И они подошли к Кедарнатх Датте. And they offered him a bribe of 300,000 rupees. This was a massive amount of money then. И они решили его подкупить. Они предложили ему баснословную сумму денег. Это было 300,000 рупий. But he was not tempted at all. Но его это никак не соблазнило. So it's just an illustration of his honesty and his purity, that he would never compromise, even being tempted with a massive amount of money. То есть он такой бескомпромиссный абсолютно был, даже перед лицом того, что ему предложили такую огромную сумму денег, что он не собирался идти на компромисс, он был верен своим принципам. His health was not so good. У него были проблемы со здоровьем. And he had 13 children to raise. У него 13 детей, которых ему надо было поднимать. So with this money he could have retired for life and taken care of all of his children. Получив эти деньги, он бы вообще мог уйти на пенсию и больше ни дня не работать. But there was no question of accepting. Но для него даже вопроса такого не стояло, никакой возможности он не рассматривал принятие этих денег. So in Shastri said that the Vaishnava is more gentle than a rose, but also harder than a thunderbolt. В Шастре говорится, что Вайшнав он более мягок, чем роза, но также он более тверд, чем раскаты грома. So even though Srila Bhaktivinoda Thakur was very kind and sympathetic, but he did not tolerate any duplicity and cheating in the name of Dharma.
Несмотря на то, что Бхактивинода Тхакур, мы видим, он был такой мягкосердечный, очень эмпатичный человек, но мы видим, что он никогда не шел на компромиссы с честностью, с истиной. Он был приверженцем дхармы, и всяческие виды лицемерия, обмана он просто отвергал. So in 1871, there was a member of the Atibari sect in Orissa. В 1871 году Атибари секта получила распространение. His name was Bishkishan. Лидером этой секты был Бишкишан. Which is how they pronounce Visvaksen. Это такое искаженное от санскритского Visvaksen. Бишкишан, это как если ты не можешь на чистом санскрите произнести то, что получается. He was staying in the jungle just outside Bhubaneswar. И он жил в джунглях неподалеку от Бхубанешвара. And he had acquired mystic powers by doing yoga sadhana. Он совершал серьезную йога садхану, и благодаря этой йога садхане он приобрел мистические силы. And by his mystic powers he had cured some people of incurable diseases. And so because of this his name spread everywhere and he had thousands of followers. Благодаря своим мистическим силам он даже исцелил людей от неизлечимых болезней. И благодаря этому он получил распространение огромное среди людей. So, имя его гремело. He made an announcement. Он сделал такое заявление. And it was published. И оно было опубликовано. Bene Achi Bishakishan Gupta Achi Na Jani Ana means I am in the forest. Это означает я в лесу. And no one understands, but on the 13th of the month of Mina, I will start a war. I will take my forearm form because I am Mahavishnu and I will destroy all the Malechas, that means the British who were controlling India at that time. Он сделал такое заявление, что я живу в лесу, и никто этого не знает, но 13 числа, в месяц Мина, я провозглашу войну, и я явлю свою четырехрукую форму, потому что сам я являюсь Господом Махавишну, и я разрушу всех млечх. То есть это означает, он намекал на британское правительство, которое в то время властвовало в Индии. So the British didn't want a mutiny going on, so they sent Srila Bhaktivinoda Thakur there to go and see him. Разумеется, британскому правительству не нужна была никакая буча, и поэтому они послали Бхактивинода Тхакура на переговоры, чтобы он успокоил его. So previously he had announced that on the full moon day he would do Rasalila. А то до этого еще он рассказывал, что он еще Расалилу проведет в полнолуние. And some young women they became mad, and in the middle of the night they ran to meet him. И некоторые из юных девушек, они просто как с ума подходили и побежали к нему в ночи встречаться интимно. So their husbands and fathers, they were furious. Мужья, отцы были напуганы за жизнь своих дочерей. And they had also made complaints to the police. И они тоже уже на него стали, потому что он перепортил там девушек хороших, и на него поступали жалобы полицейским. So, Srila Bhaktivinoda Thakur was deputed to go and meet with him. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура его послали на встречу с Бишкишаном. He told Srila Bhaktivinoda Thakur, I am the living Mahavishnu. Бишкишан сказал, я живой Махавишну. That Jagannath in the Jagannath temple is nothing but a lifeless piece of wood. И этот Джаганнат, что сидит в храме Джаганнатха, он просто безжизненное дерево. And he began to flatter Srila Bhaktivinoda Thakur to try to win him over onto his side. И он начал произносить различные льстивые речи в адрес Бхактивинода Тхакура, чтобы постараться переманить его на свою сторону. So Srila Bhaktivinoda Thakur wanted to be lenient with him and said, look, all you have to do is make the announcement that you are not Krishna, you are not Mahavishnu, you are a human being, ordinary human being, and we'll just go on. We'll let this go. But you have to be honest and tell everyone that you are not God. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, послушайте, все, что мы от вас хотим, чтобы вы просто публично опровергли свои заявления ранее о том, что вы Кришна, что вы Махавишна, и все, больше нам ничего не надо, мы вас отпустим, обо всем забудем. But he would not listen. Но Бишкишан не послушался. And everyone was afraid of him because he had long jata, matted locks of hair. And when he used to shake his head, then flames would come out from his hair. И все его очень боялись, потому что у него были такие длинные дреды, и когда он именно начинал мотать в разные стороны, то появлялся огонь из его головы. So,
Srila Bhaktivinoda Thakur, he couldn't get through to him, so then he went away and he collected all the evidence that he needed to make a court case against him. Bhaktivinoda Thakur не удалось с ним мирно договориться, и поэтому он пошел собирать различные доказательства, улики для того, чтобы уже судебное дело начать, иск подать против него в суд. And then Srila Bhaktivinoda Thakur went and with the police to arrest him. И тогда уже Шрила Бхактивинода Тхакур через какое-то время он пришел в сопровождении полиции с тем, чтобы его арестовать. So when the police came to arrest him, then he shook his jata around and flames came out, and the police just were afraid. They dropped their guns and they dropped their sticks. И когда Бхактивинода Тхакур и полицейские они приблизились and к нему, ran away. То полицейские хотели его арестовать, но он так начал интенсивно головой своей мотать, вылетали искры, вот эти как огонь какой-то, и все были напуганы, побросали свои пистолеты, разбежались. But Srila Bhaktivinoda Thakur was fearless. Но Шрила Бхактивинода Тхакур был просто бесстрашен. And he personally grabbed that yogi and got scissors and started cutting off his jata. И он его голыми руками захватил, взял ножницы и отрезал его джаты, его дреды. So then he was arrested. And the date was fixed for his court case. Бешкишина арестовали, и ему оставалось только дождаться даты суда. So then, in that time between his arrest and the time of the court case. И вот в течение этого времени, от момента, когда его посадили в тюрьму, до момента начала слушания судебного. So Srila Bhaktivinoda Thakur used to wake up in the middle of the night at midnight. Сам Шрила Бхактивинода Тхакур он обычно просыпался посередине ночи, в полночь. Chant 64 rounds and write his poems and books before he went to work. И до того, как отправиться на работу, он вычитывал свои 64 круга и успевал еще писать свои книги. So he woke up in the middle of the night and he had extreme pain. И Шрила Бхактивинода Тхакур он проснулся посреди ночи и испытывал сильнейшую боль. And all of his family also became sick with fever. Вся его семья заболела, у всех появилась температура, жар. And his wife said, "Oh, it's because you have arrested this yogi. He's doing this to us." И жена сказала, это этот йоги тантру там на нас наводит, потому что ты арестовал его. We may die. Мы можем все умереть. Если ты его не отпустишь сейчас, нам грозит смерть. But Srila Bhaktivinoda Thakur was determined. No, I have to. I cannot let the society be misled in the pretension of real dharma. Но Шрила Бхактивинода Тхакур он был непреклонен. Он сказал ей, что я не могу позволить обществу скатываться вниз под видом вот этой дхармы якобы. So he tolerated the pain and the difficulties. And then when the court case took place, he was Bhaktivinoda was found guilty. И он терпел вот эту боль, все вот эти трудности, которые этот Бхишкишин учинил, и до того самого дня, когда было назначено слушание. И слушание прошло не в пользу Бхишкишина, его засудили. And he was sentenced to 1.5 years hard labor in prison. И его отправили на тяжкие работы, как это называется? Very lenient, actually. На 1.5 года всего лишь суровых работ этих тюремных. That yogi, when he was put in prison, then he fasted. Но этот йоги, когда его посадили уже после объявления приговора в тюрьму, он начал поститься. For 21 days, and then he gave up his body. Постился 21 день и как итог этого поста оставил тело. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur was very energetic in his protection of society from adharma. Так Шрила Бхактивинода Тхакур он очень энергично, с большим энтузиазмом он защищал общество от всяческой адхармы. So while Srila Bhaktivinoda Thakur was living in Jagannath Puri, he established a group who used to meet in the Jagannath Balabhatika, the garden of Jagannath. That is the same place where Roy Ramananda used to stay. And they would study Shastra together there, especially Srimad Bhagavatam and the writings of our Goswamis. В то время, когда Шрила Бхактивинода Тхакур еще жил в Джаганатхапуре, то он организовал группу, которая собиралась в Джаганатхапуре, и там эта группа изучала шастру, в частности Шримад Бхагаватам, писание наших Госвами. It was there that Srila Bhaktivinoda Thakur went through with a group of very qualified Vaishnav scholars, all the six Sandarbhas of Jiva Goswami. Там с очень квалифицированными учеными он изучал Сандарбы Шрилы Дживы Госвами. And the Govinda Bhasya
Pramaya Ratnavali and other texts of Baladeva Vidyabhushana. Govinda Bhasha, Pramaya Ratnavali, различные другие работы Baladeva Vidyabhushana. And Rupa Goswami is Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani. Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjwala Nilamani, Shiva Rupa Goswami Pada. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is an eternal associate. He knows all of these things. Srila Bhaktivinoda Thakur, он уже все эти истины знает, потому что он вечный спутник Господа. But he has performed this pastime to set an example for us. Но он совершил эту лилу обучения для того, чтобы дать нам пример. That Vaishnavas should not be lazy in this regard, but they should make a very determined effort to study all the texts given by our previous acharyas. Она показала, что никому не следует лениться, а надо собираться и очень тщательно, детально изучать писания наших госвами. In the company of advanced devotees. В обществе возвышенных преданных. So in 1880, Srila Bhaktivinoda Thakur met Srila Jagannath Das Babaji for the first time. В 1880 году впервые Srila Bhaktivinoda Thakur встретился с Jagannath Das Babaji. It was an Ekadasi and there was an all-night sankirtan. Это был день Экадаши и всю ночь пели киртан. And then when it was the night had passed, then there was a Nagar sankirtan through the streets. И когда ночь уже завершилась, еще дальше эта санкиртана пошла по городу. And Srila Bhaktivinoda Thakur saw at that time Srila Jagannath Das Babaji Maharaj was more than 100 years old. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, к этому моменту ему уже было более 100 лет, когда его Srila Bhaktivinoda Thakur. But he used to dance like a lion in the kirtan. Но он просто как лев в киртане танцевал. And now and then in the kirtan he would call Nitai Kiname Nechire. И во время киртана он так вызывал громогласно: «Нитайки нама начире». «Нама нечи нама хате, шрадамулье нама дитечире». Oh, what a name Nityananda Prabhu has brought to this world. Какое имя Нитянанда Прабху принес в этот мир. He has brought the holy name to the marketplace of the holy name. Он принес святое имя на рынок святого имени. And he is selling Shuddhanam, the pure name, only for the price of your faith. И он продает этот Шуддханам за цену всего лишь вашей шрадхи, веры. So, Srila Bhaktivinoda Thakur said that he had never seen such a thing before. Srila Bhaktivinoda Thakur сказал, что ничего подобного он прежде не видел в своей жизни. That by the astonishing prabhav, the influence of the presence of Jagannath Das Babaji Maharaj, when he was dancing and singing in kirtan, then everyone there began to weep. Что, о чем говорит Шрила Бхактивинода Такура? Он никогда такого прежде не видел, потому что удивительный прабав, удивительная сила исходила от Шрила Джагнатха Дас Бабаджи Махараджи, и люди, которые находились в этом киртане, они танцевали, и слезы струились из-за глаз. Their voices became choked, they could hardly sing. Голоса их начали дрожать, они еле могли пропевать мантру. But they were dancing wildly. Но они просто как дичайше танцевали. So Srila Bhaktivinoda Thakur, though his diksha was from Vipina Bihari Goswami, his main inspiration in his life came from his shiksha guru Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Несмотря на то, что свою дикшу Srila Bhaktivinoda Thakur получил от Vipina Bihari Goswami, но шикша, наставление главным образом он получал от Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. So in 1892, в 1892 году Srila Bhaktivinoda Thakur organized a festival for everyone to come and meet in Mayapur for a Sankirtan festival. Srila Bhaktivinoda Thakur организовал Санкиртана фестиваль, и он должен был проходить в Майяпуре. Because he had once he had been in a dharmashala on the Navadvip town side, and he was on the roof, and from there he looked across and he had a vision. In what is now the yoga pit of a beautiful temple. Потому что однажды, когда Шрила Бхактивинода Такур жил еще в Дармашале, он стоял на берегу реки, на берегу Ганги, и он смотрел по другую сторону, там, где впоследствии появилось место йога пит. And he did a lot of research, and he concluded this must be the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Бхактивинода Такур, он навел справки, он занялся исследованием этой местности, и он понял, что это место было местом рождения Махапрабху. So he organized a big sankirtan there and invited many
dignitaries and all the Goswami communities and the prominent people in the religious communities of Navadvip. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Тхакур он решил провести такой фестиваль, на который он позвал всех главных знатоков, всех уважаемых брахманов, всех различных и интеллигентов и различных представителей философских. And he arranged for Jagannathdas Babaji Maharaj to И он устроил так, что Шрила Джагандас Бабаджи Махараджу тоже туда принесли на паланкине. So though he was very old and his eyelids fell over his eyes completely. И несмотря на то, что Джагандас Бабаджи Махарадж, он уже был в преклонных летах, и его веки, они были настолько тяжелыми, что они полностью закрывали ему глаза. But his eyesight was still good. He just had to get the eyelids and lift them up. Но со зрением у него было все в порядке. 100% было зрение, просто надо было веки поднимать, чтобы видеть. He used to say, I am like an old turtle. Он говорил, я как старая черепаха. Mm-hmm. And so when he came there, he lifted up his eyelids and looked around, and then he jumped up and began to dance, saying, "Jai Sachinandan, Jai Sachinandan." И когда его привезли в это место на паланкине, то он приподнял свои веки и он посмотрел на эту местность и увидев ее, он вскочил и начал громко восклицать, "Jai Sachinandan, Jai Sachinandan." And by his spiritual vision, he said, "This is the birthplace of Mahaprabhu." И своим духовным зрением он увидел, что это место является местом явления Махапрабху. Then he walked further and he said, "Oh, this is the place where the Chankas's men broke the mridangas." Потом он прошел Ганга Ганга. Потом он прошелся дальше и сказал, именно в этом месте Чанкази повелел своим солдатам, и они разбили мридангу. This is the Shiva Sangan. Это Шива Санган. Here is the this was the house of it was only jungle, but he said here was the place of the house of Advaita Acharya and also Gadadhar Bhavan. А это дом Адвайта Ачарьи, это дом Гададхар Пандита. На самом деле все те места, на которые он указывал, были просто джунглями, но своим трансцендентным видением он называл эти места. So we pray, Gaur Abhir Bhava Bhumis Tvam Nidhastha Sanjana Priya Vaishnava Sarva Bhuma Sri Jagannathaya Te Namah. We bow down to the Vaishnava Sarva Bhuma, the leading Vaishnava of all three dhams, Vrindavan, Navadvip and Puri. И мы молимся Джагандас Бабаджи Махараджу, и молимся ему как Сарвабхоме, как тому Вайшнаву, который является главным среди всех трех дам. Это означает Вриндаван, Навадвип и Джагандхапури. He has delineated the exact location of Mahaprabhu's birthplace and his main associates. Это именно он указал на место рождения самого Шри Чайтаньи Махапрабху и его главных спутников. So then, Srila Bhaktivinoda Thakur began the development of Mayapur. Тогда Шрила Бхактивинода Тхакур начал развивать эту местность Майяпур. Srila Jagannathdas Babaji Maharaj himself told Srila Bhaktivinoda Thakur which deities to install. Сам Шрила Джагандас Бабаджи Махарадж указал Бхактивинода Тхакуру, какие божества следует установить. Under the neem tree, there should be Satyamata, Jagannath Mishra and newly born Nimai. Под деревом ним должны располагаться божества Шачиматы, Джаганатхи Мишры и маленького Нимая. And in the main temple there should be Gaura Narayan with Vishnu Priya and Lakshmi Priya, his two shaktis. А в главном храме должен быть Gaura Narayan со своими главными шакти Вишну Прия и Лакшми Прия. The indication is this. And he said also you should install the Pancha Tattva in Shiva Sangha. И также он повелел Pancha Tattva установить Shiva Sangha. The idea is that a person cannot go directly into Raganuga Sadhana. They'll have to practice Vaidhi Bhakti first. Суть заключается в том, что сразу к спонтанному преданному служению, к Рагануга Бхакти, человек не может перейти. Ему надо сначала принять прибежище, следовать всем правилам предписания Vaidhi Bhakti. So Vishnu Priya Devi is the incarnation of the Bhushakti, and she's also considered to be Navada Bhakti. Nine types of Vaidhi Bhakti personified. Вишну Прия, она считается инкарнацией Бху-шакти и также олицетворением Навада Бхакти, девяти основных анг. She is also considered to be the incarnation of Satyabhama. И также ее считают инкарнацией Сатьябхамы. And Lakshmi Priya is the incarnation of Sri. So Bhu and Sri are the energies of Lord Narayan in Vaikuntha.
А Лакшми Прия, она считается Шри, то есть таким образом Будеви и Шри Шакти являются вечными энергиями Господа Нараяны на Вайкунтхе. And God Narayan is the Yuga Avatar who establishes the Yuga Dharma. А Гора Нараян, в свою очередь, он является Юга Аватара, который утверждает Дарму. So, if one who worships Mahaprabhu in Raganuga Bhakti will worship Gaur Gadadhar. And the worship of Gaur Vishnu Priya is in Vaidhi Bhakti. Тот, кто поклоняется Махапрабху в Рагануга Бхакти, будет поклоняться Гаур Гададхару, а те, кто в Вайди Бхакти, будут поклоняться Гору Вишну Прия. So this is the significance of the establishment of the various deities in the Майяпур. Таково является суть установления различных божеств в Майяпуре. Now, another important contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur is that once some Goswamis of Bhagnapada, they were saying that Raghunath Das Goswami, he was a Sudra. He was from a Kayastha family, Sudra. And this is why Mahaprabhu gave him Govardhan Shila. Because only Brahmanas can worship the Shalagram Shila. So he was not a Brahmin, so Mahaprabhu gave him a Govardhan Shila. Были такие госвами, которые принадлежали к Бхагнапара госвами, их называли. Это речь идет об одном очень важном вкладе, который внес также Шрила Бхактивинода Тхакур. Так вот эти вот госвами Бхагнапары, они говорили о том, что Шрила Рагхунатха Дас Госвами, будучи технически принадлежа к касте шудр, то есть он принадлежал к семье Каястх, богатых, но шудр. И в силу своего происхождения Шри Чайтанья Махапрабху, он дал ему Говардхана Шилу, потому что шудра не имеет права поклоняться Шалаграма Шиле. Mm-hmm. Только брахман может поклоняться Шалаграм Шиле. So, Srila Bhaktivinoda Thakur was a Diksha Guru, Vipina Bihari Goswami. Undoubtedly, he was a great personality, but he was from that community. So, we're not blaming him for this, but he was from that community. И Дикша Гуру, Шрила Бхактивинода Тхакура, Випина Бихари Госвами, он принадлежал как раз к этим Бхагнапара Госвами, и мы его не обвиняем за это, но он к ним относился. They were family lines. Это такие семейные линии были. Coming from the adopted descendants in the line of Janava Thakura. Это в линии Джанава Тукурани, это ее усыновленных детей. Adopted, not directly. То есть это не были ее дети, а усыновленные. So, when Srila Bhaktivinoda Thakur heard what some of them were saying, he was not pleased with that, and at that time he wrote down his Bhagavat Guru Parampara. И когда Шрила Бхактивинода Тхакур услышал, что они говорят, ему, конечно, стало неприятно, и он тогда написал свою Бхагават Гуру Парампару. Going through Jagannath Das Babaji Maharaj to Baladeva Bhushan, Vishwachandra Thakur, Narottam Das Thakur, etc. So that is our Bhagavat Guru Parampara that we are worshipping. То есть он написал, перечислил имена тех ачарьев, которым мы поклоняемся в нашей Бхагавад Гуру Парампаре, то есть начиная с Джагнатха Дас Бабаджи Махараджа, Баладеви Бхушана, Шрила Вишванатхара Дас Такура, Нараттам Дас Такура и так далее. So, it was a very revolutionary at the time because the society was very fixed and very rigid in this, let us say, seminal line. Общество мыслило в одной плоскости, то есть вот эти семейные линии процветали, и поэтому дать Бхагават Гуру Парампару, это просто ломало все понимание людей. Even to the point where they did not care whether the guru was qualified or doing sadhana or anything, as long as it was born in this line, then he was То есть они доходили до абсурдных вещей. Name Prabhupada was reserved for those who are born in that line. В этой семейной линии те, кто являются представителями линии, даже если этот представитель мог быть неквалифицированным, нечистым вайшнавом, никакой, просто бесполезный, но все равно он получал титул Прабхупад. Почему? Потому что по праву рождения в этой династии. And some of the gurus, they were just every year they would do a tour visiting all their disciples' houses just to collect money in each house. Что делали эти семейные гуру? Они просто из домов учеников там циркулировали, из дома в дом собирали побольше
всяких пожертвований и так богатели. So in some cases it has become so ritualistic and so just external and lost the essence that the one guru, he was being carried on a palanquin from house to house and well, smoking a hookah. Это превратилось уже and в такой. And doing guru puja, washing his feet, all giving donations, and he was smoking marijuana. Действительно, ситуация была просто действительно абсурдная, очень спорная, но уже ни у кого не работала голова, чтобы хоть как-то это оспорить, потому что просто доходило до того, что эти семейные гуру однажды одного везли на паланкине, и ему поклонялись, идет пуджа, все, и он сидит и курит марихуану. И все, никто на это не обращает внимания. So, no doubt, some of them were educated in Vaishnavism and good Vaishnavas also. Разумеется, в этих линиях тоже были хорошие Вайшнавы, образованные, несомненно это. So, но были и такие. It should be clear, just as taking birth in a great Vaishnava family doesn't make you a great Vaishnava, but it also means that if you are, it doesn't mean you cannot be a great Vaishnava either. Ну, то есть я просто понимаю, что если ты родился в семье великого вайшнава, не обязательно, что ты будешь великим вайшнавом, но также не обязательно, что ты им и не будешь, то есть ты им тоже можешь быть. А не ты, а кто? So, just before leaving this world, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote a very beautiful letter to Srila Bhaktisiddhanta Swatakura, so I want to read that letter. Незадолго до того, как Шрила Бхактивинода Тхакура оставил этот мир, он написал очень красивое письмо Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Я бы хотел прочитать вам. О, Сарасвати! О, Сарасвати! Он обращается. The people of this world, who are proud of their aristocratic birth, cannot attain real aristocracy. Люди этого мира, которые очень гордятся своим аристократическим положением, подлинной аристократичности, они достичь не могут. Aristocracy means the rule of the most qualified. Аристократичность означает, что правят те, кто более квалифицированы. So, if a person is proud of being born in a high family, that means that the true nature of the soul is eclipsed by the material ego. А если человек просто гордится тем, что он получил рождение в аристократической семье, это значит, что его душа покрыта таким прослойкой ложного эго. So they cannot attain the true aristocracy, that means to become liberated transcendental Vaishnavas. Это как затмение такое. Такие люди, они, находясь в этом затмении, они не смогут стать чистыми вайшнавами. And therefore they attack a pure Vaishnava saying, oh, this person has taken birth in a low-class family because of his sins. И такие личности, они атакуют чистых вайшнавов. Они говорят, вот он родился в низкокастовой семье из-за своих грехов. So, Raghunath Das Goswami is the Priyojan Tattva Acharya. He's the incarnation of Rati Manjari. And they have an idea, he was born in a low family because of sins. И Raghunath Das Goswami, кто эта личность? Это наш Priyojan Tattva Acharya, это Rati Manjari. Неужели это та личность, которая могла из-за своих прегрешений родиться в такой неуспешной касте? So thus they commit offenses. Поэтому такие люди, они совершают серьезные ошибки. Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, the solution to this problem is to establish the order of Daivi Varnashram Dharma. Решение этой проблемы кроется в том, что надо установить принципы Daivi Varnashrama Dharma. That means the two types of Varnashram, Asuri and Daivi. Есть два вида Varnashrama Dharma, Asuri и Daivi. Demons, they try to establish everything on the basis of birth. И те, кто являются демонами, асури, они смотрят лишь на рождение, и согласно рождению они стараются установить твое положение. Which is often birth may indicate something, but the actual, but only if along with birth there is also actual qualification. Конечно, само по себе рождение, оно может о чем-то говорить, и очень часто так случается, что действительно в хороших семьях рождаются квалифицированные личности. Но иными словами, все равно следует смотреть на то, какой человек родился, есть ли у него подлинные качества для того, чтобы считаться. But if there's no qualification, then the birth is not an indicator of anything. Но если ты родился в хорошей семье, а качеств у тебя нет, таких, которые присущи аристократу, so, подлинному, in Gita, Sri Krishna said, ты не аристократ. That guna karma vibhagasha chaturvarnam maya shishtam guna karma vibhagasha. I have established the four occupations of life and they're based on the person's activities and attributes.
Бхагавад-гите Шри Кришна говорит, что я установил 4 формы общества, и каждый занимает свою нишу в обществе согласно тем качествам, которые в нем есть. So when the social position is based on the person's actual behavior and qualities, and when the entirety of the social order is aimed only some siddhi haritoshanam to please Krishna, then it's called Daivivarnashram. Что такое Дайвиварнашрама? Это когда социальное положение вещей таково, что каждый человек занимает свою определенную нишу, и каждый человек старается сам сиди харитошанам, то есть каждый старается услужить Шри Кришне, находясь на своем месте. So then, это и есть Дайвиварнашрама дарма. Srila Bhaktivinoda Thakur is writing, because the pure devotional conclusions are not being preached, all kinds of superstitions and bad concepts are being called devotion by pseudo sampradayas such as sahaja and ativadi. Шрила Бхактивинода Такур говорит, из-за того, что различные суеверия выплыли на поверхность, из-за того, что не было установлено принципов истины должных, поэтому такие псевдопреданные, как Атибари и Сахаджи, они получили свое развитие. So please always crush these anti-devotional concepts by preaching Shuddha Bhakti. Пожалуйста, разрушай такие антипреданные движения, проповедуя чистое бхакти. And setting an example through your own personal conduct. И своим собственным поведением давай пример другим. So it's very fascinating. Someone may say, "Oh, we heard yesterday how Gadadhar Pandit, he did not assert himself." Это удивительно, как вчера мы обсуждали, что Гададхар Пандит, он никогда не выставляет себя на показ. Because that would be a manifestation of ahankar, ego. Никогда свое мнение не выпячивает, потому что это было бы проявлением аханкары, эго. Yes, it's true. He did not assert himself in relation to Krishna and his devotees. Да, это правда. Он держался скромно в обществе Кришны и его преданных. And neither does Srila Bhaktisiddhanta Thakur. He is very, very humble. But he's asserting himself. He's asserting actually the will of his parampara upon the materialists. Также и Шрила Бхактисиддханта. Not his own will, the will of his parampara on materialists. Также и Шрила Бхактисиддханта Такур, он очень-очень смиренный, но он выставляет себя, он произносит свое слово громогласно, потому что таким образом он защищает вайшнавскую общину. So there's no difference between the submission of Gadadhar Pandit and the aggression of Srila Bhaktisiddhanta Sahasrari Thakur. Поэтому нет разницы между тем, как Шрила Гададхар Пандит ведет себя скромно, не выставляя себя на показ, и тем, как внешне может показаться агрессивно, ведет себя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, Hanuman, he went to Lanka and burnt it to the ground. This was his Trinadapi Sunichena. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что Хануман отправился на Ланку и испепелил там, просто все разгромил. Камня на камне не оставил, и это его является проявлением его Тринадапи Суничбавы. He was more humble than a blade of grass because he did not act for himself. Он был более смиренным, чем стебелек травы. Почему? Потому что он не действовал в своих интересах. So the tenor of the mission of Srila Bhaktisiddhanta Thakur was the direct instruction of Srila Bhaktivinoda Thakur. И то, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур вел себя в миссии, было вызвано тем, как он был вдохновлен и научен Шрилой Бхактивинодой Такуром. Then he said, please make a great effort to begin the parikrama of Navadvip Dham as soon as possible. Дальше Бхактивинода Такур пишет, пожалуйста, организуй Навадвип Дхама парикрама как можно скорее. So at this point, though Srila Bhaktivinoda Thakur had written Navadvip Dham Mahatmya, Navadvip Bhava Taranga, and described all the 9 islands and the various pastimes that took place and glories of each place, but this parikrama was not going on at all. Несмотря на то, что к этому моменту Шрила Бхактивинода Такур он уже написал Навадвип Дамахатмю, Навадвип Бхаватаранга, он уже описал славу Навадвипа, 9 островов, различных святых мест, но парикрамы к этому моменту еще не проводились. So Bhaktisiddhanta Thakur began it, and our Param Gurudev and Gurudev continued it, and we also try to continue.
И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур начал проведение этих навадвипдам парикрам, и далее все в цепи ученической преемственности ачарьи, они стараются продолжать connected with the Manobhishta, the innermost heart's desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. Поэтому те, кто принимают участие в организации парикрам, каким-то образом стараются послужить, что-то организовать, устроить, вы знаете, что вы принимаете непосредственное участие в Манобхиште севе Шрила Бхактивинода Такура. How important is this Navadvipadhamma Parikrama? Насколько важна эта Навадвипадхамма Парикрама? Srila Bhaktivinoda Thakur writes, it is by this action of starting the parikrama of Navadvip that everyone in the world will receive Krishna Bhakti. Шрила Бхактивинода Такур говорит о важности проведения Навадвипадхамма Парикрама. Он говорит, благодаря этой деятельности все получат Кришна Бхакти в мире. Все в мире получат Кришна Бхакти. You can see the devotees who have done Навадвипадхамма Парикрама, they are on fire. Вы видите, те преданные, которые совершали Навадвипадхамма Парикрама, они просто горят. Because they have had an astonishing experience beyond the realm of their material mind and intelligence. Потому что они получили этот трансцендентный опыт, выходящий за пределы их материального ума, разума. It has made such a sanskara they can never forget it. В сердцах этих преданных осталась такая самскара, которую они никогда не забудут. And they receive such mercy that even when they are not in the Dharma, wherever they go, they are always trying to extend Mahaprabhu's mercy to others. Они получили такую сильнейшую милость, что куда бы они ни отправились дальше по миру, они везде стараются распространить, передать, простирать эту милость Шри Чайтанья Махапрабху. And those who have not done Navadvipadhamma Parikrama, те, кто не совершали Навадвипадхамма Парикрама, they always have doubts. У них всегда сомнения. And their faces become black because their hearts have many material desires. Потому что сердце горит от материальных желаний. And they're not really sure whether Mahaprabhu is Supreme Lord or not. Такие люди, они теряются в догадках. Ну, Махапрабху правда Господь или нет? Ну, может быть, не знаю. But Srila Bhaktivinoda Thakur has described how, in different times in history, different personalities came to Navadvipadhamma. And by chanting the holy name and calling Gaura, then the golden form of Sachinandan Gauri appeared before them. Но Шрила Бхактивинода Такур говорит, что различные люди, когда они приезжают из различных мест мира в Навадвипу, и когда они воспевают там святые имена и имена Гауранги, они могут узреть даршан Гаура Сундара. So even today, even sinful persons, if they'll perform Navadvipadhamma Parikrama and loudly chant the holy name there, then they may have a spurti of Chaitanya Mahaprabhu and then all their doubts are gone. Поэтому даже греховные люди, so powerful. Если они, даже те, кто являются грешниками, если они отправятся в Навадвипадхамма Парикрама, будут воспевать святые имена там, то они избавятся и от всех сомнений, от всех своих грехов и получат даршан Господа Гауранги. So, here Srila Bhaktivinoda Thakur is writing to his dear Sarasvati. Дальше Шрила Бхактивинода Такур пишет своему дорогому Сарасвати Такуру. Please try very hard to make sure that the service to Sri Mayapur will become a permanent thing and it will become brighter and brighter every day. Пожалуйста, прикладывай огромное усилие к тому, чтобы служение Шри Майяпуру, оно процветало и чтобы оно продолжалось еще долго. The real service to Mayapur can be achieved by acquiring printing presses and printing and distributing devotional books. Служение это может процветать в том случае, если вы будете покупать печатные станки, печатать литературу, распространять ее. By Harinam Sankirtan and preaching. Если вы будете проповедовать, если вы будете совершать Харинама Санкиртан. So please do not neglect to serve Sri Mayapur Dham and don't neglect to preach for the sake of your own private reclusive bhajan. Поэтому не пренебрегай служением Шри Майяпур Дхаме, и также не надо думать, что твой уединенный бхаджан принесет тебе больше, чем служение людям публичное.
Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, when I am no longer present in this world. То есть в угоду своему личному уединенному баджану не надо пренебрегать служением людям. Шрила Бхактивинода Такур говорит, когда я оставлю этот мир, please take care to serve Mayapur Dham, which is very dear to you. Пожалуйста, служи Mayapur Dham, которая очень дорога тебе. This is my special instruction to you. Это мое особенное наставление тебе. People who are like animals can never attain devotion. Люди, подобные животным, никогда не смогут обрести преданности. Therefore, never take their suggestions. Поэтому ты никогда не слушай их предложений. But do not let them know that you are not listening to them, either directly or indirectly. Но только открыто, не высказываем, что ты их не послушаешь, ни прямо, ни косвенно. Не давай им знать это. Then he said, I had a special desire to preach the significance of Srimad Bhagavatam, the six Sandarbhas, and Vedanta Sutra. Дальше он говорит, что я хотел установить изучение, в частности, Шримад Бхагаватам, Веданта Сутры и Сатсандарбхи. Now you have to accept this responsibility. Сейчас ты должен взять на себя эту ответственность. Mayapur will prosper if you establish an educational institution there. Mayapur будет процветать, если ты организуешь, откроешь образовательные университеты. Never make any effort to collect knowledge or to collect money for your own enjoyment. Не старайся копить денег или знания ради собственного наслаждения. You may collect these things only to serve the Lord. Все это ты можешь собирать, накапливать лишь для служения Господу. Never engage in bad association. Никогда не общайся, не имей общества сатсанги. Either for money or for self-interest. Ни ради денег, ни ради собственных интересов. Signed, Kedarnath Datta Bhaktivinoda. Подпись Kedarnath Datta Bhaktivinoda. So these were the last instructions in writing of Srila Bhaktivinoda Thakur to our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Это были последние написанные наставления от Шрилы Бхактивинода Такуру нашему Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. It is our greatest fortune in life if we can dedicate ourselves to fulfilling those desires of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это будет величайшей удачей в нашей жизни, если мы постараемся исполнять эти повеления, которые дал Шрила Бхактивинода Такур. So who is Srila Bhaktivinoda Thakur? Кто такой Шрила Бхактивинода Такур? He has written, Jugala Sevaya Sri Rasamanda Hale, Jugala Sevaya Sri Rasamanda Hale, Niyukta Koraya Bhai, Niyukta Sakira Ayogya Kinkari. I am an unqualified maid servant of Lalita Sakhi. Я неквалифицированная служанка Лалита Сакхи. When will I be engaged in the service of Radha and Krishna in the Rasalila by Lalita Sakhi? Когда же Лалита Сакхи возьмет меня в служение Раде и Кришне во время их танца Расы? And also he has written Mbarana Tarita Basataravai Kamala Manjari Naam Sharvara Varsha Vaita Satata Swananda Sukada Jaya. Oh, my complexion is shining like a flash of lightning. Цвет моего тела сияет подобно молнии. My cloth is decorated with twinkling stars like the night sky. Моя одежда украшена мерцающими звездами, подобно тем, которые светятся в небесах. My name is Kamala Manjari. И меня зовут Kamala Manjari.
I am 12 and a half years old. Мне 12 с половиной лет. And I reside in Swananda Sukada Kunja. Я живу в Свананда Сукада Кунджа. So this is the transcendental identity of Srila Bhaktivinoda Thakura in Braja. Таково является трансцендентная форма, облик Шрилы Бхактивинода Тхакура во Враджа. And yesterday we described how Srila Bhaktisiddhanta Thakura realized that his Gaura Shakti Swarup, all the power of Gadadhara Pandit, as if Gadadhara Pandit himself had appeared again, manifest to the world to distribute the mercy of Mahaprabhu. И вчера мы обсуждали с вами факт того, что Шрила Бхактивинода Тхакура является Гаура Шакти Сварупой, он является самим Гададхара Пандитом, который пришел для того, чтобы все озарить этим светом, напоминание нам о Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktivinoda Thakura has cleared the path of pure bhakti. Шрила Бхактивинода Тхакура расчистил дорожку к чистому бхакти. Especially by presenting Dasamula Tattva. В частности, написав свою Dasamula Tattva. The scriptures of the Goswamis are very vast. Писания Госвами, они очень обширны. And everyone does not have the capacity to enter into all the fine details. И не каждый может разобраться в тонких деталях этих писаний. But very in a short time, a person can easily understand the essence of Chaitanya Mahaprabhu's teaching by studying the Dasamula Tattva that Srila Bhaktivinoda Thakura has explained in Jiva Dharma. Но зато в сжатые сроки человек может постичь суть всего учения, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху, через изучение Дасамула Таттвы, которую Шрила Бхактивинода Тхакура внес в свою Jiva Dharma. And then he has explained in Jiva Dharma the especially Nam Tattva and the 10 offenses against the holy name. В Jiva Dharma также Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет Нама Таттву и рассказывает о 10 оскорблениях святому имени. So if a person can understand the 10 teachings of Mahaprabhu, Dasamula Tattva, and understand and avoid the 10 offenses to the holy name, then by this he can enter into the realm of bhajan. И человек может войти в эту обитель бхаджана в том случае, если он просто изучит Дасамула Таттву, написанную Шрилой Бхактивинодой Тхакурой, и также, если он изучит славу святых имен mm-hmm. и тех оскорблений, которые не следует совершать по отношению к святому имени. Srila Bhaktivinoda Thakura san. Nadia, Nadia, go through me, Nityananda Mahaja, Bhakti Achyuta Mahate Jivana Sara, Shadavanjanahe, Bhakti Achyuta Mahate Jivana Sara, Krishna Sansara Karo, Chaliyana Cha, Krishna Sansara Karo, Chaliyana Cha. My Gurudev used to say, Srila Bhaktivinoda Thakura has put the essence of all the Vedas in just two lines of this song. My Gurudev всегда любил повторять, что Шрила Бхактивинода Тхакура в эту песню вложил суть всех Ведов. Krishna Sansara Karo Chariyana Cha Jiva Daya Krishna Nam Sarva Dharma Sa. The meaning is Krishna Sansara Karo. Sansar means your life, your household. Krishna Sansara Koro. Sansara означает ваша жизнь, ваше все, что it есть в вашей жизни. Krishna Sansara. Эта жизнь, она должна быть Krishna Sansara. Not Sansara Dhavana Lalita Loka. The blazing fire of material existence. Это не ваша жизнь не должна превращаться в бушующий пожар материального существования. It should be Krishna Sansara. My household, everything is only to serve Krishna. Но Кришна Самсар, в вашем доме все должно быть предназначено для служения Шри Кришне. Like Ramananda Rai, вот this Ramananda is his Samsara, his вот house. Самсара, вот его дом. But there is 50 devotees staying in his house. А здесь уже 50 преданных в доме находятся.
So here Krishna means Krishna and also the Diya Vastu, everything in connection with Krishna. Здесь Кришна означает не только сам Кришна, но также и Тадия Васту, все то, что имеет отношение к Шри Кришне. So our whole household, whether you are the Grihastha or whether you're a renounced person staying in a mart, then everything should be for Krishna, for Guru, for Vaishnavas, for Tulsi, for Ganga, Jamuna, the holy Dham, all the Tadiya Vastu. This is the meaning of Krishna Sangsar. То есть, что такое Кришна же Самсар? Это не только что вся ваша жизнь, она вращается вокруг Кришны, подчинена ему, но также вся ваша жизнь, она вмещает в себя все это Дия Васту. Это означает служение Гуру, служение Вайшнавам, это означает служение Туласи, Ганги, Деви, Ямуни, Вриндавана, Даме и всему. Krishna is the lord of this house. Вы должны понимать, Кришна является хозяином этого дома. And Guru Dev. И Гуру Дев. And I am just like a dog living in the house. А я здесь просто как собака живу. If Guru will call, then I'll jump at once. Если Гуру меня призовет, я тут же вскочу и побегу. And if anyone will try to disturb, I'll bark at them. Если кто-то меня постарается помешать это сделать, то я буду на них лаять. So like this, taking a very humble position, like a dog in the house of Krishna. То есть занимать очень смиренное положение, как собака в доме Кришны и Гуру. And so Krishna Sansara Kara Charyanachar. Charyanachar means give up. All anachar, things that should not be done, which are unfavorable for bhakti. Чари аначар. Аначар означает, что нам следует избегать всего того, что является неблагоприятным для бхакти. It's very, very important. Это очень-очень важно. Атьяхара прясасча праджахуния бхакра чанасангастроямча садби бхакти винашити. Over-endeavoring, speaking mundane things, associating with worldly minded persons, all these things destroy our bhakti. Атихара – это когда мы переедаем органами чувств, это праджал, пустые разговоры, общение с непреданными, все это разрушает нашу жизнь духовную. Джива доя means show kindness to other living entities. Джива доя – надо по-доброму относиться к другим живым существам, быть милосердным к ним. There are three stages in Vaishnavism: Kanishta, Madhyam and Uttam. Из три стадии вайшнавизма это Каништа, Мадхьям и Уттам. So you cannot go from the Kanishta stage to the Uttam stage. И сразу перепрыгнуть. We all have to go through the Madhyam stage. Сразу от Каништы ты в Уттама не превратишься, но всем придется пройти это планомерное развитие от Каништы до Мадхьяма, от Мадхьяма до Уттама. So the Madhyam stage means Ishwaritara Dineshu Balishetsu Dushatsucha Prema Maitri Kripopekacha Yakroti Samadhyamaha. That means we have to have love for Krishna, friendship with the devotees, and show kindness to innocent persons. Что это означает? Что Мадхьям Вайшнав, он имеет любовь к Шри Кришне, дружественно, дружелюбно, он относится к преданному, являет милость невиновным. So, невинным. Especially here, friendship with the Vaishnavas means the friendship with senior Vaishnavas should be Seva Yukta Maitri, friendship with service. Но наша дружба со старшими вайшнавами означает, должна базироваться на Seva Yukta Maitri. То есть да, мы испытываем любовь, но мы также испытываем почтение и также имеем всегда настроение служения к старшим вайшнавам. This is the main difference between the Kanishta and the Madhyama. И в этом главная разница между Каништой и Мадхьямом. The Kanishta thinks, I have my Japamala, I've got my Bhagavad Gita, I have my deity. I am self-sufficient. Конечно, думает, я вот обложился, вот у меня джабы мало, вот у меня сейчас Бхагавад-гита, вот у меня алтарик, все, мне этого достаточно, у меня все есть, все схвачено. They don't realize the importance of befriending in real life an advanced Vaishnava and serving them. То есть такие преданные, они не понимают важности выстраивания отношений с живыми старшими вайшнавами, служения им. Then all one's sadhana, all one's practices come alive. Потому что благодаря этому общению с другими старшими вайшнавами, то садхана она оживает. Otherwise one's practice is more or less conventional. Like a social activity. А иначе у человека он просто будет как это как вроде как внешняя видимость практики будет, но сути лишенная. So this is one aspect of the Madhyamadhikari, and the other aspect, which is very important,
is the kripa, showing kindness to the innocent. Это один аспект Мадхи Мадхикари, но также другой аспект, это аспект того, что он является крипу, милость его ведет себя по отношению к невинным. So if the Мадхи Мадхикари does not befriend and serve advanced Vaishnavas, and also extend mercy, kindness to innocent persons through preaching the message of Mahaprabhu, then he will not be able to maintain his adhikar and he will go back to the Kanishtha state. Мадхи Мадхикари, all the anarthas will come back. Он тоже должен поддерживать себя на уровне этого Мадхи Мадхикара, потому что если он будет упускать одну из двух вещей, то есть либо он не будет общаться со старшими вайшнавами, благодаря общению с которыми он будет дальше прогрессировать и расти, и в то же самое время, если он не будет являть милость по отношению к невинным, в чем эта милость будет проявляться? Он должен проповедовать все то, что он получил, он должен отдавать. Вот если он не будет этого делать, то тогда он не сможет поддерживать свой адхикар, и с платформы Мадхима он скатится вниз. So, it is essential that one should act appropriately for one's adhikar. Поэтому это очень Otherwise важно. We cannot progress. Вести себя согласно своему адхикару. Even if a person is chanting for 20 years, 30 years, 40 years, даже если человек посвящает 20, 30, 40 лет, even if they become a guru, and have many disciples, а такой человек, он может уже сам стать гуру, у него могут быть ученики. But if they don't observe these things, then after some time, doubts will come. Но если этим принципам он не следует, то тогда через какое-то время его начнут снедать сомнения. And they'll say, I have done so much, but I have not realized anything. И он столкнется с такой дилеммой, но я же так много вроде делал, а ничего не получил. So I have lost my time. Значит, я просто время зря потратил. So now I'll give up these devotional activities and have a real life. Тогда заброшу эту деятельность бхакти и начну заживу настоящей жизнью. Because internal realization was not coming. Почему такое происходит? Потому что в человеке нет никаких внутренних реализаций. Why? Не проявилось их. Because Krishna rasam sara karo. Krishna was not the center, they were the center. Почему? Потому что Кришна не был центром жизни такого человека, но он сам был центром своей жизни. Чарьяначар, they were not careful to give up the things which are against bhakti. Чарьяначар, такой человек, он не был внимателен к тому, чтобы оставить все неблагоприятное для бхакти. Дживадоя намаручи, and намаручи, Кришна нам, they were not chanting deeply. Дживадоя намаручи, Кришна нам, святое имя Кришна, он не воспевал глубоко. Only chanting 16 rounds will not do. 16 кругов ничего человеку не дадут. One should chant 64 rounds. Надо воспевать 64 круга. One lakh or two lakhs. Лак или два лакха харинамы. Gradually come to that stage. Постепенно старайтесь дорасти до этого уровня. And observing all these things. Соблюдайте все правила. And then internally genuine realization of the beauty of Sri Krishna. Тогда внутреннее подлинное осознание красоты Шри Кришны проявится. So Sarva Dharma Sara, this is the essence of all dharma. Sarva Dharma Sara, это является сутью всей дхармы. So perhaps we can sing one very nice kirtan of Srila Bhaktivinoda Thakur. That's another thing I wanted to say, that Srila Bhaktivinoda Thakur has composed many songs expressing the essence of all the writings of the Goswamis. Шрила Бхактивинода Тхакура написал множество различных песен, которые выражают суть того, что написали наши Госвами. So the compositions of a Mahapurush are not like the compositions of a conditioned soul. То, что может написать Махапуруш, великая личность, совсем не идет ни в какое сравнение с тем, что простой человек напишет. When a Mahapurush writes some poetry, then this poetry is transcendental and it is non-different from the subject about which they are writing, and it is also non-different from their very selves. В то время, когда Махапуруш пишет свою поэзию, то эта поэзия, она не отлична от той личности, о которой он пишет, и также не отлична от них самих. So, we can associate with Srila Bhaktivinoda Thakur through singing his kirtan. То есть, иными словами, мы можем получить это общение, доступ к общению с Бхактивинодой Тхакуром посредством того, что мы будем воспевать те киртаны, которые он написал. So we can sing Vimala Vaishnava. Сейчас поем Vimala Vaishnava.
Hari. Bye.
One of the kirtans of Srila Bhaktivinoda Thakur is a priceless treasure. Каждый из киртанов Бхактивинода Такура является бесценным сокровищем. Srila Bhaktivinoda Thakur is sitting in his bhajan kutir in Godroom. Srila Bhaktivinoda Thakur находится в своем bhajan kutir в Godroom. From the core of his heart, he's calling Hari Hari. И из глубины своего сердца он называет Хари, Хари. О, Кришна, о, you have appeared as Gaura Hari in a golden complexion. О, Кришна, ты явился как Гаура Хари, у тебя золотой цвет тела. When will that fortunate day be mine? Когда же этот день станет моим удачливым днем? Bimala Vaishnave Ratupajive, that I'll be in my heart very much attached to a pure devotee. Когда я стану очень привязанным к чистому преданному. And what will be the result? Каковым будет результат? Vasana huibekshim. Vasana means desires. Vasana huibekshim. Vasana означает желание. But it specifically means that as are the sanskars, so are the vasanas. Но в частности это означает, как есть ади самскары, есть ади васаны тоже. From many, many lifetimes of sense gratification in this world, our chitta is filled with many samskaras, impressions. Наша читта наводнена множеством самскар от получения, от накопления опыта, от наслаждения материального в этом мире. Of the bodily concept of life. Телесной концепции жизни. And these
impressions they come into our conscious mind. Эти впечатления, они приходят в наш сознательный ум. So they are the vasanas, desires. Это и есть эти васаны, эти желания. If you are not happy, если вы несчастливы, then you have to know the cause. То вам следует знать причину этого несчастья. Because you are maintaining worldly desires. Это все потому, что вы держитесь за материальные желания. The citta by nature is sattvic. Читта по своей природе она сатвична. Bright. И она сияющая. And when the citta is bright, then the soul is joyful. Brahma Bhuta Prasadatva. Читта сияет. Когда она ясная, то тогда душа радуется. На сочити, no lamentation, на конште, no hankering. Не испытывает никаких ни желаний, никакой скорби, никаких страданий. So we make the mistake of thinking, I am not feeling happy because I don't have something. Но мы совершаем ошибку такого умозаключения: я несчастлив, потому что у меня чего-то нет. But the truth is, I am not feeling happy because I have the desire to have something. Но истина заключается в том, что мы не испытываем счастья, потому что в нас живет желание наслаждаться чем-то. You have to learn from Pingala, the prostitute. Надо брать урок у Пингалы. She was waiting for a client. Она ждала клиента, была она была проституткой и ждала клиента. Every time a man walked past, she was approaching. She said, "Now I'll get a client." Она стояла и так жаждала, ждала своего клиента. И каждый раз, когда мужчина какой-то проходил, она думала: "Вот мой клиент." And when walked past, oh, it was so painful. Но когда он проходил мимо нее, это было настолько болезненно. So this happened again and again. И так происходило снова и снова. And after some time, she became hopeless. Oh, I will not have any clients. Но через какое-то время она оставила всю надежду. Не будет у меня сегодня встречи с клиентом. And then, when she saw anyone coming, she was not hankering. And when they walked by, she was not lamenting. И когда она. На сочити, на конщити. И после того, как она вот это чувство в сердце испытала. Признала, что не будет у нее сегодня наслаждения, то те, кто проходили мимо, она уже и не возлагала на них надежды и уже не скорбела. So asha hi parmam dukam nirasam parmam sukam. To have a desire is a state of suffering. And to become hopeless is great happiness. Иметь желание – это уже само по себе состояние страдания, а стать не иметь никаких желаний, стать потерять надежду – это состояние счастья. So, if we are not feeling overjoyed, why? It means, oh, we are being strangled by so many worldly desires. Если мы не испытываем радости, легкости сердца, это означает, что нас душат многие материальные желания. And if these desires will not strangle you anymore, you can breathe and you become joyful. И как только эти желания не отступят от нас, мы станем радостными и счастливыми. So, how can we stop this flow of vasanas coming into the mind always? Как остановить этот поток постоянно идущих васан? We cannot. Мы не можем его остановить. But if we have attachment for a pure Vaishnava and we try to dedicate our life to the serving. Но если мы привязаны к лотосным стопам чистого Вайшнавы и стараемся положить свою жизнь на служение ему. Then the citta becomes steady. Тогда читта становится стабильной, стир. And see, Krishna himself is so pleased by service to the Vaishnava that he comes and puts his lotus feet boom on the heart, and no more desires can manifest. И сам Шри Кришна испытывает огромную радость, когда он видит, как преданные, как он служит чистому Вайшнаву, как он совершает это служение, все этому служению отдает, и тогда он приходит в сердце такого Вайшнава, ставит свою стопу ему на сердце, и больше никакие материальные желания не могут пробраться. So Srila Bhaktivinoda Thakur is leading us in this prayer. О, Махапрабху, when will that day be mine? When really I will be attached to a pure Vaishnava, and all my vasanas, desires, they will gradually diminish down to zero. И Шрила Бхактивинода Тхакур молится Шри Чайтанья Махапрабху, когда же этот день наступит, когда я привяжусь очень сильным образом к чистому Вайшнаву, и когда все эти васаны, которые душат меня, когда они полностью отступят. Антарбахири самавьявахару аманимарадаво. When антарбахири, inside and outside, I'll be the same. Когда же антара бахира, когда и внутри, и снаружи, я стану одинаковым. When there are worldly desires, then a person becomes
duplicitous. Когда в человеке живут материальные желания, он становится таким извилистым, изворотливым, лицемерным. And inwardly they think one thing, and outwardly they show something else. В сердце у человека одни мысли, а снаружи он ведет себя по-другому. So it's a very great stress to be a pretender. Это большой стресс быть притворщиком. Because you can be found out and discovered at any moment. Потому что тебя в любое мгновение могут раскусить. So it's if a person can be honest and straightforward, then their heart is very peaceful and undisturbed. Если человек он сумеет быть прямолинейным, открытым, простым, то тогда сердце его будет спокойным, удовлетворенным. So especially have to be very careful. Not to be in the name of preaching to inappropriately associate with the opposite sex. В частности, нам надо быть очень осторожными, внимательно следить за тем, чтобы под эгидой проповеди мы не начинали общаться с противоположным полом свое удовольствие. That means outwardly one is saying, "Oh, I am serving Chaitanya Mahaprabhu," but inside one is using this for an excuse for lust. Это означает, что человек он может внешне языком проговаривать, я служу Чайтанья Махапрабху, но внутри на самом деле у него просто живет вожделение и похоть. So try to observe all etiquette. И тогда он просто имя Махапрабху использует в своих целях. Поэтому старайтесь соблюдать этикет. Because as soon as there is the undisciplined mixing between males and females, then the minds of the females become completely unsteady and they're engaged in constant psychological manipulation of everyone. Потому что старайтесь внимательно за этим следить, потому что когда мужчина и женщина без всякой дисциплины, фривольно, свободно начинают общаться, тогда у женщины ум, он начинает заводиться на эту тему, и получается такая буча, в которой принимают участие все уже. And everything becomes a drama. И все превращается в драму. Not one of Devika's Не такие, как у Девакана. А драмы не такие, как у Девакана. And also the men, if they associate too closely, then they lose their gravity and become frivolous. Мужчина тоже, если он близко с женщиной общается, то он теряет свою серьезность, свою глубину и начинает себя тоже как фривольно вести. And then no one can do bhajan. И все, тогда атмосфера портится, никто bhajan уже совершать не может. So Srila Bhaktivinoda Thakur is praying, when will I be very simple inside and out, sincere in this path of bhakti? And not pretender. И Шрила Бхактивинода Такур молится, когда же я стану таким простосердечным и буду просто совершать бхакти без then, всяческих желаний. Амани мана нахабу. Then I will be free from pride and give respect to others. Тогда я буду лишен гордыни и буду выказывать почтение, уважение другим. Why? Почему? Because the bodily conception will go away. Потому что телесное отождествление уйдет. Have you realized that you are not this body? Вы осознали уже, что вы не это тело? Have you realized that others are also not their bodies? Вы осознали, что другие тоже не эти тела? So when the chitta becomes very steady, we can realize this. Но когда чита становится стабильной, то мы можем осознать эти вещи. Йомам пассати сарватра сарвам чатмай пассати тасяхам на пранасами сачамнейна пранасати. Then one will see only the Krishna everywhere. Тогда человек, у которого стабильное сознание, он будет видеть только Кришну повсюду. At least at first, one will understand that all the forms of this world, there's only one form, Virat Rup, Paramatma. По меньшей мере, человек придет к осознанию того, что все формы этого мира представляют собой Virat Rupa, Paramatma. Then there's no danger, there's no duality, no fear at all. Тогда человек познает, что нечего бояться, нечего страшиться, нет никакой двойственности. There's no threat of anything. Нет опасности ни в чем. And it is very clear. My only business is Krishna Smaran. Для меня все ясно. Моя единственная деятельность это Кришна Смаран. One can respect everyone. Why? Jive saman dibe jani Krishna adhisthan. Seeing that Krishna is residing in the heart of everyone, we respect all beings. Человеку станет просто уважать всех и каждого, потому что он осознает, что Кришна живет в сердце каждого существа. So then Krishna Sankirtane, Sri Krishna Smarane, Satadamaji Rabo, then I will remain continuously absorbed in Krishna Smaran
which is arising naturally from Krishna Kirtan. И тогда я постоянно буду погружен в Кришна Смаран, памятование Кришны, которое спонтанным образом будет проявляться от Кришны Киртана, от воспевания имен Кришны. Srila Bhaktivinoda Thakur has given in song form, in 8 songs, the description of the pastimes of Radha Krishna in the 8 portions of the day. Шрила Бхактивинода Такур написал 8 песен, которые в 8 частей дня. В Баджан Рахасе эти стихи приводятся, эти песни приводятся, 8 частей дней, частей дня, и каждый из них Радха Кришна совершает свои имена. So when will that day come? My heart is fully steady. And from morning to night, remembering Krishna's pastimes from morning to night. И когда же мое сердце станет полностью спокойным, стабильным, и тогда с утра и до вечера я смогу памятовать лилы Кришны. And all the noise and apparent chaos of the world is just very far away. И весь шум, весь хаос этого мира будет отстоять от меня очень далеко. It should not. The so-called troubles of the world, it should not enter my ears. Так называемые проблемы, они даже не должны проникать в мои уши. So then, now in the next line, he's expanding on this more. И в следующей линии Шрила Бхактивинода Такура больше об этом начинает говорить. Эй, дейхара крия абьяса корибо уживана джапана лаги. The maintenance of my body should simply go on by habit. Поддержание моего тела должно идти само собой, по привычке. So that my consciousness can be fully given to Харинам. Так, чтобы мое сознание было полностью посвящено в Харинам. So абьясе, абьяс, only practice. Абьясе, только практика, habit. Привычка. Снарна дарашана боджам дея свабхавай кумарея чакарьена сатата фирей. Like the example of Mahaprabhu in Puri. If a potter will spin a wheel, once the potter's wheel is spinning, then he has two hands free to make his pot. So in the same way, Mahaprabhu is rising, bathing, eating, going to the temple, coming back. It was just like the turning of the potter's wheel. It was going on by itself. It was Deha Swabhav, the body acting according to its habit or samskaras, abhyas. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху дал пример в Джаганнатхапуре, он говорил о том, что если горшечник, он начинает раскручивать свой этот горшечный этот круг, это колесо вращать, то тогда гончарный круг, то тогда у гончара две руки высвобождаются для того, чтобы делать форму горшку. И подобным же образом Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре, он так жил, он просыпался, он принимал омовение, он шел в храм Господа Джаганнатхи. Да, so, таким образом вся его жизнь, она была подобна вот этому вращающемуся кругу горшечника. Это было Деха Сваба Вхой. Don't think that, oh, as you are feeling now, as you are behaving, and your characteristics now, that you'll be exactly like that, but you will realize Krishna. No. Our entire awareness, where we are now, this will have to change and go through the stages described by Srila Bhaktivinoda Thakur in this song, until our daily activities are going on just like abhyas, out of habit, and internally we are fully absorbed. Не думайте, что то, какое я сейчас есть, мой характер, мои привычки, что все это так и останется. Нет, подобно тому, как Шрила Бхактивинода Такур в этой самой песне, он говорит о том, что вся наша природа полностью поменяется, и вся деятельность, которую мы совершаем, наша обычная деятельность, она будет происходить абьяс по привычке, и только при такой трансформации мы станем свободными, для того, чтобы осознать Верховного Господа. That is the actual detachment, renunciation. В этом заключается подлинное отречение. So, Sri Krishna Bhajane Anukula Jaha Tahi Abhe Anuragi. When will I have anurag, intense eagerness for Krishna Bhajan? Когда же во мне проявится... And everything which is favorable for that. Анурага, когда же во мне проявится анурага, страстное желание к служению Шри Кришне и ко всему тому, что благоприятствует этому. Баджанера джаха партикулатаха дидабаве тяги у. When with a firm, unflinching determination will I neglect whatever is unfavorable for bhajan? Когда же с твердой, нерушимой убежденностью оставлю все то, что является неблагоприятным для моего баджана?
And now it gets very real. Bhaji te samay asilei eido charya divo. And when doing bhajan in this way, the time will come that I will give up this body. Теперь переходим к реальным вещам, а когда же время моего баджана пройдет и наступит то мгновение, когда я должен буду оставить это тело? Hello, newsflash, you're all going to die. Алло, новостная, ссылка новостей, все помрут. So you cannot play in the sandbox. Лента новостей, то есть. For your whole life. At some point, we have to become mature in bhajan. Поэтому не надо играться в игрушки, а надо помнить о том, что на какой-то момент нашей жизни нам придется стать зрелыми и совершать серьезный баджан Кришне. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, may I become free from the worldly desires, may I be absorbed in chanting and remembering fully, and my external life is just going on by itself, and in that state, then I will approach the moment of death. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, когда же я оставлю все мои материальные желания и, будучи полностью погруженным, я встречу момент своей смерти. Then there will be the transfer. И тогда случится такой переход. The material world to the spiritual world. Из материального мира в духовный. But one has to be internally already attached to that plane. Но внутренний человек уже должен себе взрастить это чувство привязанности к духовному миру. So then he's saying, Bhakti Vinoda Eyasi Koi Bosya Godruma Bahane. This Bhaktivinoda Thakur is residing in the forest of Godrum with these very strong desires. Дальше он говорит, этот Бхактивинода Тхакур пребывает в лесу Годрума и имеет сильнейшее желание. Prabhu Kripa Lage Vyakul Antare Sadakande Sangopane. Antare means my heart is vyakul, restless in great anxiety. When will I receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Antare означает мое сердце, оно переполняется вьякул, сильнейшим желанием. Когда же я сумею получить милость Шри Чайтанья Махапрабху? Sadakande sangopane. And sada means always, kande means weeping. Sada означает всегда, kande означает плача. Sangopane means pane. Secretly hidden. Sangopane означает секретно, в уединенном месте, тайком. So this is very important. Это очень важно. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Sri Krishna describes that the devotee should have a very cheerful disposition. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Шри Кришна говорит, что преданный должен быть очень радостно настроенным. Very pleasant and amicable. Дружелюбным должен быть, что он должен быть таким располагающим к себе. But here Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, Sada Kande Sangopane. I will always be weeping inside, but not show it on the outside. Но здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что о своих сокрытых эмоциях. Он говорит, я всегда буду плакать внутренне, но снаружи я не буду являть эти эмоции. Like Rupa Goswami, Udgate Ami, Katara Jolita Katuram. Oh, now I will, in his poem he said, I will open my heart and show the scars which have been burnt by the tears I am crying, hot tears I am weeping inside. И как решила Рупа Госвамипад говорит, что сейчас я открою свое сердце, открою свою грудь и покажу свое сердце, в котором остались глубокие шрамы от тех горячих слез, которые я проливал. Слез любви. So don't make a show of bhajan. Поэтому не надо показушным бхаджаном заниматься. If you are going around with a very sad face always. Если вы с таким грустным лицом ходите. Just look how I'm suffering in separation from Krishna. Посмотрите, как я в разлуке с Кришной страдаю. You guide me, but moment is like a million of years. Один момент как миллион лет. Лет. This is the only pretense. Это притворство. One who is doing bhajan, actually the separation is a kind of joy. Потому что тот, кто совершает баджан, он знает, что разлука, она является одной из апостасий радости. So outwardly the devotee should be very pleasant and amicable with everyone, but always weeping in the heart. Поэтому внешне преданный должен быть дружелюбным, располагающим, но внутри он должен всегда плакать. So in this way, we have tried to
express some of the deep sentiments of Srila Bhaktivinoda Thakur from one kirtan, and he has written so many, many kirtans. Say it's a great treasure for us. Srila Bhaktivinoda Thakur написал огромное множество киртанов, которые являются просто для нас кладезем, целой сокровищницей. Но мы постарались описать сейчас те чувства, те глубокие переживания, которыми Шрила Бхактивинода Тхакур делится с нами в этом баджане. So once the person was had a sickness. Однажды человек заболел. And he could not, if he ate anything, then it would make him more sick. И если он что-то съедал, это усиливало его болезнь. So he went to the doctor. What should I do? Он пришел к доктору и спросил, что мне делать. I cannot digest anything. Ничего не переваривается. The doctor said, you should drink ghee. Доктор сказал, пейте ги. Ghee is very difficult to digest. А ги очень сложно переварить. He said, how can I drink ghee? I cannot even digest some fruits. А этот человек, он так изумился, он говорит, как же вы мне ги советуете пить, если я даже фрукт это переварить не могу? Doctor said yes. Доктор сказал да. But every time you take some, a little will stick. Но каждый раз, когда ты будешь принимать это ги, то что-то будет оставаться внутри. And gradually the lining of your stomach will develop, and then you'll be able to digest again. И постепенно желудком станет все хорошо, и ты снова станешь переваривать еду. So in this way, if we sing the kirtans of Bhaktivinoda Thakur every day, таким же образом, если мы будем каждый день воспевать баджан, который написал Шрила Бхактивинода Тхакур, then he is present there. То он будет присутствовать в этом мгновении. And a little of the moods of the seventh Goswami may stick to us. И, может быть, даже малая толика настроения Госвами, она будет оставаться в нашем сердце. And gradually we may conform to his likeness. И постепенно мы, может быть, почувствуем, что он испытывал. And really enter into bhajan and make our life successful. Войди в обитель бхаджана и увенчай свою жизнь успехом. Саттам Госвами Сачидананда Шрила Бхактивинода Тхакур ки. О, Премананде.